Телеканал КРТ представляє. Пропаганда та маніпуляція свідомістю вплив на хід історії. Промова дівчинки чи білий порошок як привід чи виправдання для тисяч смертей. Як починаються сучасні війни? Зараз ми про це і подивимось. Промова 15-річної Наїри з Кувейту перед Конгресом США у 1990 році стала одним з приводів вторгнення США до Іраку. Дівчина розповіла, як озброєні іракські солдати увірвалися в лікарню, викинули з інкубаторів новонароджених дітей і залишили їх помирати на холодній підлозі. Показання Наїри багато разів цитувалися сенаторами і президентом США Джорджем Бушем, сприяли зростанню підтримки Кувейту у війні проти Іраку. У 1992 році, після інтервенції США в Ірак, з'ясувалося, що Наїра є дочкою кувейтського посла в Сполучених Штатах Сауда Нассессера Ас-Сауд Ас-Сабаха. Свідчення ж дівчини були вигадані американським піар-агентством Hill & Knowlton, найнятим урядом Кувейту. Пробірку з білою речовиною використав для обґрунтування початку бойових дій проти Іраку держсекретар США Колін Пауел. 5 лютого 2003 року він показав порошок, виступаючи у Раді безпеки ООН. Пробірка мала стати доказом виробництва зброї масового знищення в Іраку. За місяць після цього, у березні, президент США Джордж Буш розпорядився ввести війська до Іраку для того, щоб повалити президента країни Саддама Хусейна. Вашингтон звинувачував Хусейна у виробництві зброї масового ураження і зв'язках з Аль-Каїдою. Пані Галино, от у сюжеті ми бачили, що була використана навіть дитина для маніпуляції свідомістю. Наскільки легше маніпулювати дитячою свідомістю, от на ваш погляд? Чи навпаки, може, складніше? Які взагалі особливості? Якщо говорити о дітях або о підростках, вполне можливо, що от дівчинка Наїра плакала дуже іскренне. Запросто можна було її підвести к такому состоянию, ще достатньо емоціональна дівчинка, доказати, підвести, і запросто з нею дійсно вона навіть не розуміла, що її заставляють фактично продуцирувати ту состояние. Вполне можливо. По пробірці. Трамп сказав, що ця пробірка стоїла Америці 7 трильйонів доларів і мільйони життів. Причем он так подчеркнул, что он считает убитых с обеих сторон. Зачем им вот такое оправдание? Вам надо такое оправдание для того, что, как военному человеку, вот, чтобы пойти на войну? Ну, якщо дійсно військовій людині, і, скажімо, не в образу сьогоднішніх військових, там дуже багато є патріотів, дійсно офіцерів, дійсно тих, хто знає, що таке честь офіцера і слово офіцера, але той формат... Я зараз ні про що, ні про Радянський Союз, ні про червоні прапори, ні про фашизм. Той формат, він був більш вихований, більш дисциплінований. Може, та й погано, що більш дисциплінований. Сказав, єсть, шагом марш вперед, по машинам, в ружьо і все. Зараз якби ми що бачимо? Ми бачимо багато випадків, коли демократія, да? Коли кажуть, там мій син не піде воювати, хай от президента син сходить на війну, хай прем'єр-міністра діти підуть по, а мій не піде, не пущу, нічого ви мені не зробите. І ми знаємо, що цієї дисципліни вже, от того маніпуляції вже не проходить, як вона проходила раніше. Але щодо ситуації в Сполучених Штатах Америки, щодо пробірки. Невідомо, що той пробірці було, чи може то якийсь вихідний там матеріал з кабінету, Клінтона, може матеріал, показував тому, білий порошок. Да. Але суть чому? Для чого дійсно оправдовуватися? Гітлер не оправдовувався. Ну чому? Подожгли ж там рістах. Ну це приклад був, і в Польщі ми знаємо провокація, якби то провокація. Напад на радіостанцію, так, звичайно. В польській формі. Польську, я про це і кажу. То якби то привід навіть не для того, щоб виправдати, а для себе навіть. Хотіла би додати, і от то, о чому говорив Валерій Михайлович, це... Вопрос заключается просто в следующем. Это манипуляция коллективным сознанием, потому что реально
принципиально важно, но вот я бы говорила сейчас не по фрейдовские моменты, а скорее иначе. Можно говорить об эмоциональном мозге, можно говорить о, ну, таком, есть такое деление, да, условное, очень прогностическом или мышлении, скажем так, а есть опыт, стереотипы, да, вот как должно поступать. И легче всего действовать на эмоции, потому что легче всего вызвать либо страх, вот этим, вот этой пробирочкой можно убить сейчас миллион, да, все, страх запущен. То есть нам можно, надо визуализация такая для убедительности. Можно образ дать, но обязательно либо испугать, либо разозлить. И потом, если вы видите, очень же легко, дети — это всегда, ну, такой беспроигрышный вариант для любого нормального взрослого, беспроигрышный. То есть это всегда вызовет какую-то, как минимум, злость или как минимум ситуацию. Но то, что вообще сейчас происходит, и, собственно, это касается не только войн, а вообще происходит сейчас, к сожалению, ситуация, когда действие на вот эту эмоциональную составляющую людей, их действительно лучше держать, к сожалению, в таком тревожно-разозленном состоянии, когда можно вот этими эмоциями манипулировать туда или сюда. Это делается повсеместно. Это, ну, послушайте наши замечательные центральные каналы. Вы послушайте, с какой интонацией говорят очень часто ведущие. Нагнетающие интонации говорят ведущие. Это же слушают... Еще раз. Заказ ли это? Традиция ли сейчас возникшая такая? Темп речи, необъяснение, попытка потом... Главное — манипулирование информацией, потому что действительно человек, вот то, о чем мы говорили, допустим, до передачи об избыточном образовании Советского Союза, человеку что давали? Главное — возможность видеть альтернативы и выбирать. И сомневаться. А здесь не, или наоборот, да, советская, наоборот, идеологическая какая-то, да, идея, и делаем так, как сказали. Но в любом случае у человека были какие-то возможности. Когда апеллируют к эмоциональному мозгу, у человека возможностей, то есть выключается вообще идея прогноза или опыта. Человек реагирует эмоционально. Это быстрая реакция. И возбудить ее очень легко. А если она нагнетается в достаточно большом коллективе, ну, например, массы, да, вот как у нас сейчас, опять-таки, ждут коллективный иммунитет, да, вот точно так же. Нагнетается коллективное, вот какое-то коллективное ощущение, как это, детей, это и наших детей, это и их детей, все, и дальше уже никто ни о чем не думает. Развиток идеи уже в эмоциональной прогрессии. Это повод, и, ну, повод, судя по всему, тут тоже манипуляция, потому что, ну уж если говорить, сори, я не политик, но, тем не менее, если говорить, скорее всего, это выборная. Америка — выборная страна. Любая выборная страна должна думать о том, как себя потом, как рассказать, почему мы это сделали. Владимир Александрович, Василий Васильевич начал вспоминать историю, как начинались войны. Смотрите, какая тенденция. Вьетнамская война началась со второй атаки на корабли, которые находились возле Вьетнама. То это и стало причиной, по которой Америка вошла в войну и приняла решение бомбить. Смотрите, раньше проще относилось, а теперь уже надо выдумывать какие-то информационно-психологические операции. Почему не военную какую-то подтянуть? Ты мне на ногу наступил, вот тебе ответ. Почему надо такие сложности? Мы прогрессируем? Это общество требует теперь, вот обманывайте нас. Вот эмоциональная наша составляющая, это лечится возрастом, нет? Мы когда... Раньше было проще. Раньше было проще. Все совершенствуется. Теперь нужно целую строить пирамиду манипулятивных технологий для того, чтобы доказать и оправдать свои действия. Есть у нас выходы? Нету. Это объясню, почему. Объясню, почему. Да, потому что есть такая фраза, она немножко такая эпатажная, о том, что если вы думаете, что вами никто не манипулирует, то есть не управляет, значит, просто вы находитесь в руках профессионалов. Тем более, то есть, манипуляция – это синоним управления. Чем дальше будет двигаться общество по пути нашего развития, это диджитализация, по тотальный контроль, естественно, методы управления – управление будет осуществляться в основном через сознание человека, а в основном через подсознание.